как приготовить чай из дробленных кусков гриба чага традиционным способом. Вам понадобится 2 столовые ложки березового гриба чага, 1 литр воды, чайник, сосуд с подставкой для свечки, 2 свечки, зажигалка или спички, столовая ложка. Начнем. Насыпаем 2 чайные ложки измельченного гриба чага в сито сосуда. Кипятим воду в чайнике и даем ей остыть до 80 градусов. Заливаем дробленый гриб через сито, закрываем чайник и ставим его над свечками. Свечи нужны для постоянного нагрева воды, чтобы гриб чага выделял активные компоненты в воду. Измельченная чага настаивается в течение 1 часа. В процессе томления цвет воды меняется и темнеет. Измельченный гриб можно настаивать до тех пор, пока чага не перестает выделять свет. Если вода не темнеет, значит все активные компоненты гриба полностью извлечены. Если вы хотите настаивать измельченный гриб еще раз, поместите дробленную чагу в стакан с холодной водой и поставьте в холодильник. Срок хранения чаги не должен превышать 3 дней. Хотите больше информации о грибе чага? Скачивайте электронную книгу по ссылке в описании видео.